Добрый вечер, дорогие наши любимые гости. Мы очень рады видеть вас в этот вторничный, весенний, теплый вечер в этом замечательном клубе, в котором мы очень любим играть. И не сказать, что очень часто мы играем этим составом, но вот в последние месяцы практически получается раз где-то в месяц нам собираться втроем. И я напомню, что именно в нашем трио вышла пластинка «Никитский бульвар», которая здесь продается, которая вышла на лейбле «Artbeat». И мы какие-то пьесы сыграем сегодня с этой пластинки, а в основном, наверное, уже будем играть больше новой музыки. И я вам буду рассказывать кратко о том, что мы будем сегодня играть. Но вот мы решили начать сегодняшний наш концерт вообще еще более камерным составом, дуэтом с замечательным музыкантом Алексеем Заволокиным. Мы как раз сыграем пьесу, мы, по-моему, в прошлый раз тоже решили именно ей начать наш концерт, но вот пока есть повод, мы его используем. Композиция, которая называется «Весенняя песня». Thank you.
спасибо. Но я зову на эту сцену нашего третьего участника нашего оркестра. Петр Ильшин, барабаны. Мы сыграем сейчас достаточно новую пьесу, которая называется «Дежавю». We'll be right back.
Спасибо. Это была новая пьеса, которую мы скоро планируем записать в наш новый альбом, который вообще очень надеемся вообще это сделать в этом году. И я думаю, что он выйдет, наверное, тоже на лейбле Artbeat, о чем, конечно, мы еще много раз вам сообщим. Сейчас мы хотим сыграть еще несколько пьес с нашей первой пластинки и композиция, которая называется «Прелюдия», «Прелюдия номер 2». Thank you.
я немножко наврал, мы сыграли еще одну новую пьесу, она называется «Отражение».
Спасибо большое. Ну а вот сейчас мы сыграем ту самую песню, которую я сказал ранее, давно-давно написанную и записанную. И играем мы ее как-то так в разных составах, но вот в трио она мне всегда как-то очень по-особенному симпатична. «Танец звезд» называется. Thank you.
я вам напомню замечательных музыкантов, которые находятся со мной на этой сцене. Алексей Заволокин, бас. И Петр Лучин, ударная история. Следующую композицию мы сыграем в другой форме дуэта. Как вы понимаете, в составе трио немного вариантов видоизменения состава, но тем не менее мы стараемся. Наверное, еще не все испробовали, потому что каждый из нас еще может исполнить пьесу сольно. Это мне сейчас пришло в голову. Так вот, сейчас композицию, которая называется «Что-то новое», мы сыграем с Петей, как говорим. Thank you.
сегодня мы решили сыграть тоже нашу старую давнюю пьесу, которая называется «Элегия».
начали в заключении концерта собирать достаточно объемную, как бы ее, вернее, я ее почему уже назвал, сюита. Потому что действительно она настолько получилась многочастная, что ну, ближе, наверное, вот к этой форме. Ну, она будет состоять из нескольких наших пьес. Я думаю, даже нет смысла сейчас перечислять, что будет внутри, потому что это будет совершенно несколько разных композиций, которые мы решили объединить в такой один такой пласт. Эта композиция основана на одной нашей пьесе, которая называется «Аура». И мы просто сделали такую концертную версию, объединив несколько еще пьес, а общее название композиции «Аура». Thank you.
Сергей Заволокин. Петр Ильшин. Меня зовут Дмитрий Лунгин. Спасибо вам огромное, друзья. Нам было очень приятно играть для вас. Мы будем здесь еще в следующем месяце. Следите за афишей, пожалуйста. И я тоже буду об этом сообщать. Большое вам спасибо. Это было наше трио.